300 школьников Поморья на летних каникулах отправятся в лагерь «Малиновка» в Устьянском районе. У северодвинских школьников тоже есть такая возможность. Накануне их познакомили с проектом «Регион развития 29». По своей сути, он напоминает ежегодный молодежный форум «Команда 29», только участники здесь помладше. В лагере участники будут не отдыхать, а работать. Организаторы уже разработали 10 направлений. Сегодня предприятия области готовят кейсы. Например, Севмаш разрабатывает задания по акустическим системам, а водорослевый комбинат – кейсы по подготовке БАДов. В лагере их ждет шикарная образовательная программа, потому что она разрабатывается под руководством корпорации развития Архангельской области. Задействованы самые лучшие представители предприятий, самые лучшие специалисты в образовании. Под руководством наставников предприятий образовательных организаций смена в лагере будет работать с 1 по 11 июля. Ждут подростков с 14 до 17 лет. Пока идет отборочная кампания, затем участники получат задания. В каждую группу наберут по 30 человек. Для участия нужно зарегистрироваться до 1 марта в группе «Регион развития 29». Будущее начинается здесь.